Появилась идея расписать офис Gorilla Energy в Алмате. Мы сразу же отбросили от себя какие-то банальные идеи в плане нарисовать спортсменов, танцоров там и все в этом духе. И решили сделать всю эту тему более современной, универсальной в плане уличного искусства. В общем, в процессе реализации проекта у нас появилась идея немножечко выпрыгнуть за рамки поверхности и создать работы на холстах, чтобы они также дружили со всем общим пространством. Взяли за основу элементы, которые у нас уже имеются в среде, и вплели в них каждый свои собственные стили. То есть там каллиграфия, живопись, и все это связано прямо нашим подходом классическим, уличным. Вот. И получилась достаточно интересная история. То есть мы вышли за рамки стен, но остались в этом пространстве. Результат проекта превзошел сам себя даже в наших глазах, в глазах художников. Кайфанули вообще максимально от самого процесса и от того, что получилось. Лаконично и гармонично лег рисунок в пространство самого офиса. Все связалось и начало рифмоваться друг с другом. Получился максимальный стиль.